Минувшие выходные в Губкинском прошли по-спортивному активно. В городе состоялось сразу несколько соревнований. Это окружное первенство по стрельбе, турниры по бильярду и дартсу. В этих состязаниях приняли участие взрослые спортсмены. Дети тем временем состязались в веселых стартах на воде. Спортобзор представит Елена Канина. Спортивные выходные начались с соревнований по дартсу. Это четвертый вид 19-й спартакиады руководителей. Турнир прошел в спортивном комплексе. Свое мастерство продемонстрировало рекордное количество дартсменов. У нас 19 команд никогда не участвовало. Поэтому очень радостно, что команда руководителей именно участвует в соревнованиях и показывает пример. На первый взгляд дартс – простая игра. На самом деле требует особых навыков и усилий, хорошего глазомера, меткости. Каждый из участников делал 3 броска поочередно в каждую зону. Задача – набрать как можно больше очков, в том числе попаданием в двойной и тройной сегменты. Мы участвуем, поскольку мы заинтересованы в общей победе, в общекомандном зачете. Поэтому, естественно, наше желание занять призовое место. В итоге команда «Губкинский союз предпринимателей» заняла 3-е место, 2-е у сборной «Фемида», лидеры «Газпром», «Добыча», «Ноябрьск». Одновременно в тире 4-й школы проходили соревнования по пулевой стрельбе в зачет 20-й спартакиады городов округа. Участие в состязаниях приняли спортсмены из 6 муниципалитетов. Стрелки выполняли упражнения из пневматического пистолета. У нас участвуют мужчины и женщины, 42 участника. Вчера проходила стрельба лежа с малокалиберной винтовки. Сегодня у нас пневматический пистолет. 40 зачетных выстрелов. Соревнования проходили в личном и командном зачетах. Закрытие награждения победителей состоялось в тире «Фортуна». В стрельбе из пневматической винтовки среди женщин в личном зачете наша спортсменка Татьяна Каторгина заняла 2-е место. Среди мужчин 2-е и 3-е места у Алексея Казадоева и Максима Шевцова соответственно. В командном зачете бронза у стрелков из Нового Уренгоя, серебро у спортсменов из Губкинского, золото вручили участникам из Ноябрьска. Еще одни соревнования прошли в торгово-развлекательном комплексе «Супермакс». Турнир по бильярду был посвящен Дню предпринимателя. Участвовать в состязаниях могли все желающие, таковых оказалось 17 человек. Личный зачет, каждый играет сам за себя. Играем в американскую пирамиду до 2 побед. Всех участников, вне зависимости от уровня подготовки, объединяют азарт и огромное желание победить. Лучшими игроками стали Александр Шелегов, Валентин Брюхно и Василий Манухрий. У них 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. В этот же день в Губкинском прошли еще одни соревнования – веселые старты на воде. Их провели в 50-метровом бассейне спортивного комплекса. Участие в эстафетах приняли 33 человека – 25 мальчиков и 8 девочек. Елена Канина, Денис Гимп. Новости Губкинского.